Улица Аменева в Самаре. Перед въездом в жилой сектор установлен знак, запрещающий сквозное движение в жилой зоне. Несмотря на это, многие водители предпочитают его не замечать, сворачивая снова вокзальный, объезжают затор по дворам. Поток идет, он постоянный поток. Никто здесь ничего. Здесь больше никак не попадешь в эти дворы. Через Московский сейчас там все стоит. Это часа 2-3 с работы добираться, вот стоять здесь вот. С просьбами навести порядок и пресечь нарушения в госавтоинспекцию обратились местные жители. По их словам, автомобильный поток здесь не прекращается, особенно в час пик. По дворам действительно ездит очень много машин. И, конечно, хотелось бы, чтобы это все было, ну, скажем так, по правилам. Да, если запрещен сквозной проезд, то чтобы соблюдали. Ну, или как минимум, хотя бы на самой-самой минимальной скорости проезжали водители и очень внимательно смотрели вообще на все происходящее. Потому что ребенок может выбежать, ну, из любого угла, из-за любой машины. Экономия времени, говорят жители и инспекторы ДПС, может привести к трагедии. Чтобы этого не случилось, автолюбителям еще раз напоминают о правилах дорожного движения. Проводим профилактическую работу, разъясняем водителям. Многие уже знают, многие уже с нами сталкивались здесь не раз. Когда видят патрульную машину, уже половина старается этого не делать. Чтобы закрепить пройденный материал, на нарушителей составляют административный протокол – штраф 1500 рублей. Подобные рейды госавтоинспекторы будут проводить и дальше, чтобы пешеходное движение во дворах стало безопаснее. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.